Сегодня, 28 июля 2023 года, состоялось рассмотрение в третьем апелляционном суде общей юрисдикции уголовного дела в отношении наших подзащитных Наримана Джалялова, Азиза и Асана Ахтемовых. После детального разбора всех тех нарушений, которые были допущены как на предварительном следствии, так и судом первой инстанции, мы все-таки надеялись, что суд апелляционной инстанции услышит наши доводы. Три дня мы говорили о всех этих нарушениях, однако, увы, суд апелляционной инстанции не только не услышал наши доводы, не только засилил приговор Верховного суда Республики Крым, но и усилил наказание нашим подзащитным, удовлетворив представление прокурора и прибавив, так скажем, усилив наказание тем, что наши подзащитные будут первые три года отбывать лишение свободы в тюрьме. Были изменения в приговоре, слабинку суд дал, так скажем, исключил из доказательств показания Наримана Джалялова, данные им в качестве свидетеля. Однако, учитывая, что данные показания были выбиты из Наримана Джалялова под психологическим давлением, суд все-таки должен был, по крайней мере, изменить приговор и уже поставить под сомнение все те обстоятельства дела, на которые суд первой инстанции ссылался как на доказательства виновности хотя бы Наримана Джалялова.